щоб вони були наказані по закону. Хочеться, щоб така історія ніколи не повторилась. Откройте корупцію. Кого пора навсегда реформировать из системы МВД? Один из руководителей милиции Луганской области проводил референдум. Сейчас он пошел на повышение. Печально известная Врадиевка. Открытая площадка. Что там думают о реформе милиции? Это будет, как всегда. Одна вывеска изменит другую. Глава Нацбанка. Эксклюзивное интервью. Существует ли черный список НБУ и где дно у гривны? До сих пор остается уровень там 13-12.90. А если закрыть шахты? Подробности недели изучили опыт соседей. Очень тяжело. Если отключат, то уже будет тогда похороны. Приедем к вам в Киев. Обсудим главное. Ровно в 8 вечера. В воскресенье.